Плюсы работы в пятерочке. Удобно покупать необходимые товары со скидкой, поскольку легко отслеживать изменения скидочных акций. Что можно улучшить? Рабский труд за жалкие копейки, унизительное отношение со стороны руководства магазина, оскорбительное отношение со стороны покупателей из-за плохой организации процесса продаж, постоянного несоответствия цен на ценниках и в кассовом аппарате. Руководству нужны безропотные рабы. Что можно улучшить? Набирать на руководящую должность более компетентных людей и умеющих уважать и покупателей, и сотрудников.